Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами разберем контрольную работу за первый модуль задания, которое называется Progress Check. То есть это тест, который вы получите в школе в конце первого модуля. Итак, давайте посмотрим на первое упражнение Look and Complete. Ребята, я вам рекомендую прямо заучивать, потому что вы все равно должны это просто выучить, и в школе вы не сможете списать. Итак, look, посмотри, и complete, заполни. Итак, where's grandpa? Где дедушка? He's in the garden. Он в саду. Да? То есть вставили слово garden в примере. Далее смотрим. Where's mommy? Где мама? She's in the... Мы видим холодильник. Она на кухне. То есть все равно в английском языке предлог in. In the garden, в саду. In the kitchen, на кухне. То есть здесь мы пишем слово kitchen, кухня. Далее, второе. Where's daddy? Где папа? He is in the... Он в спальной комнате, да? Bedroom. He is in the bedroom. Он в спальне. Далее. Ребята, переходим ко второму упражнению. Запоминайте, как пишут слова bedroom и kitchen. Match the pictures to the words. Match. Соедините картинки со словами. Надеюсь, вам в школе будут переводить упражнения, задания точнее, потому что достаточно сложно, да? Итак, соедините картинки со словами. House. Дом. Это четвертая картинка, да? Четвертая. То есть вы можете стрелочкой поставить. Далее. Living room. Гостиная. Это третья картинка, да? Это гостиная, это третья картинка. Далее. Bathroom. Это первая картинка. Ванная комната. Далее. Tree house. Дом на дереве. Шалаш, да, такой? Это вторая картинка. Далее, ребята, перейдем к следующему упражнению. Read and color. Прочитай и раскрась. Ребята, я вам буду просто писать, каким цветом нужно раскрасить каждый предмет. Итак, первое. A blue chair. Голубой или синий стул. Blue, да? Ну, давайте я вам напишу, что это синий. Синий, да? Синий стул. Далее. A red table. Красный стол. Красный. Итак. Красный стол. Красный. Далее. A pink bed. Розовая кровать. Да, pink это розовый. Так, извините, ребята. У меня немножко проблемы с русской клавиатурой, потому что розовый, розовый. То есть, или розовая, да? Ладно, это не важно. Далее, a green bath, зеленая ванна. То есть, ванну вот тут мы ее рисуем зеленым цветом. Угу. Так, зеленая. Далее. И последнее. A brown radio. Коричневое радио. Коричневый. Коричневое, да? Коричневое. То есть здесь вы должны запомнить цвета blue, red, pink, green, brown. Притом от вас не требуется запомнить их написание в данном упражнении, а просто перевод. Далее. My score. Мой балл. То есть сколько вы упражнений выполните правильно, сколько заданий правильно сделаете, такой получите и оценку. Excellent. Это отлично. Пятерка. Very good – это 5 с минусом, и good – это 4. Надеюсь, меньше ни у кого
не будет. Ребята, а теперь давайте сразу перейдем к тесту за второй модуль. Посмотрим, что от нас здесь требуется. Да? Посмотрим контрольные работы. Модуль второй. Read and complete. Прочитайте и заполните. What's your favorite food? Какая твоя любимая еда? Favorite – любимая. Chocolate cake – yummy. Шоколадный пирог. Вкусняшка. Угу. Далее первое. What's your favorite food? Какая твоя любимая еда? Посмотрите, мы должны посмотреть на картинку и вписать правильный ответ. У нас это что? Это мороженое. Поэтому пишем. Ice cream. Yummy. Мороженое, yummy, да? В данном случае от вас требуется правильное написание слова. Далее. What's your favorite food? Какая твоя любимая food еда? Это у нас пицца, да? То есть тут мы пицца, yummy уже написано. Пицца, yummy. Угу. Второе упражнение, ребята. Посмотрите, прочитайте и соедините. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Итак, понятно, что да, тут все цифры написаны просто по порядку. Ребята, давайте я вам все-таки напишу. Вдруг что-то не очень понятно. Три, это четыре, вы соединяете цифры четыре, пять. Далее. Здесь вы соединяете шесть. 6, 7, 8, 9 и 10. Так, сейчас, секундочку, немножко подвину. Угу. То есть, все понятно. Далее. Read and put a tick or a cross. Прочитайте и put. Поставьте галочку tick или cross, крестик. Давайте посмотрим пример. They're apples. Это яблоки. У нас галочка, да, потому что это действительно яблоки. Второе. Так, ребята. А there chips. Это картошка фри. Да, чипс это картошка фри. Подходит. Далее. А вот у нас еще был пример. It's chocolate. Это шоколад. Мы смотрим на картинку. Это мороженое, а не шоколадка. Поэтому здесь был крестик, да. Далее. There apples. Это яблоки. Они яблоки, нет, это бананы, поэтому мы ставим здесь крестик в первом, да, ребята, в первом. Во втором мы с вами разобрали уже чип, картошка фри, это галочка. Далее, it's milk, это молоко. Нет, ребята, это не молоко, поэтому у нас крестик. И четвертое, the sandwiches, это сэндвичи. Ну, не знаю, чем бургеры от сэндвичей отличаются, для меня это сэндвичи, да, бутерброды. Поэтому ставим галочку. Далее, ребята, посмотрите. My score. То есть, опять же, отлично, очень хорошо или хорошо. То есть, 5, 5 с минусом или 4 вам поставит учительница. Пожалуйста, я попрошу вас не теряться. И чтобы не теряться, подписаться на мой канал. Получать уведомления о новых каких-то интересных видео. И смотреть другие видео с контрольными и домашними работами. Всем счастливо, ребята, удачки. Посмотрите видео несколько раз, чтобы все точно запомнить. Пока!